Евгений Лаптев в детском музыкальном театре «Задумка» с 5 лет. Сейчас ему 24, мечтает стать великим хореографом. И уже не только сам танцует, но и преподает детям. Всего себя отдаю работе и посвящаю себя детям. Я очень люблю с ними заниматься и развивать их, готовить, подготавливать. То есть это безумно такая трепетная работа. Детский музыкальный театр «Задумка» отметил свое 45-летие. Коллектив дает по 200 концертов в год. В «Задумке» сейчас почти 500 артистов. Репертуар театра включает 10 полноценных спектаклей и более 100 современных народных и эстрадных танцев. С днем рождения «Задумку» поздравила глава города Елена Лапушкина. Этот коллектив стал по-настоящему добрым, ярким и очень значимым брендом Самары. Мне очень хочется, чтобы этот коллектив еще долгое-долгое время шел с задумкой по жизни, завоевывал все новые сценические площадки страны и мира. Встретить артистов театра можно на всех крупных праздниках Самары, таких как День города и День Победы. За годы своей работы театр «Задумка» завоевал множество наград самых престижных международных и всероссийских конкурсов и фестивалей. Мария Елчан, Василий Колдашов, «События».